Это очередь скорее форма протеста, а не подпись. Ну и, соответственно, и подпись, но подпись не за кого-нибудь, а против самого, сами знаете кого. Потому что он уже, наверное, в Беларуси очень мало людей, кому он не надоел. Хочется сменяемости власти в этой стране, в конце концов, 26 лет это уже много. Плюс 5 лет еще, это уже будет перебором, мне кажется. Экономического чуда у нас за 26 лет не свершилось почему-то. Хочется перемен. А что вам конкретно хочется поменять? Ну, во-первых, чтобы были честные выборы. Чтобы не принуждали подписи ставить на госпредприятиях. Чтобы не рисовали в бюллетнях, а бы что. Ну, пандемия страшна, конечно, но то, что происходит в стране, тоже можно назвать пандемией. Поэтому ну, другого шанса не будет. Я хочу поменять президента, власть поменять. Все. Мне уже надоела эта власть. 26 лет, а дошли до ручки вообще. Нищета полнейшая. А чему не Александр Лукашенко? Ну, за 26 лет этот человек, знаете как, не знает, куда идти и куда бежать. Не знает. Он собрал какое-то количество около себя, какое-то окружение, ну, которое живет в своем мире. Они не видят на народ простую глубинку, где у людей 300 рублей зарплата, не 500 долларов. При Лукашенко выборов нет, он же сам сознается на, по телевидению, что он фабрикует. Конечно, а сейчас тем более. А я так надеюсь. Да, ну он же... О, надеюсь. А я так надеюсь на выборы, порядочность. Хочется нам лучшей жизни. Но я понимаю, что после, даже если перемены наступят, если свергнем мы Лукашенко, который уже просто всем людям как бельмо в глазу, и вот это вечные клоунадские выступления, этот обман постоянный, это вот популизм этот дешевый, просто уже это даже как-то несовременно, некрасиво, он сам должен понимать это, что без него мы хотим. Тяжело будет, но мы построим что-нибудь. Я еще думаю успеть это сделать. Мы говорим, чтобы не было Лукашенко пока. А потом мы выберем президента. А возможно, и будет парламентская республика. Стоял и рассказывал, когда играл в хоккей, да? Он не хочет жить на коленях из-за этого коронавируса. Но он не спросил, а мы хотим жить. Я хочу постоять. Платят хоть. За что вы голосовали? Ну, такую толпу собрать, это же деньги надо. Либо предложение, от которого нельзя было отказаться. Какие? А предложения есть? А были? Типа, если не придете, то что-то будет, да? Зарплату не дадим. Правильно понимаю? Да. Какой свободный, о чем вы? Валите отсюда со страны. Все живут нормально давно.